вот решил снять такое короткое видео, посвященное любителям альтернативного электричества. Сейчас я это возьму, конечно, покрупнее, но суть в чем. У нас на даче тоже бывают иногда такие моменты, когда какой-нибудь сильная гроза проходит и электричества нет несколько дней. Поэтому мною были установлены солнечные панели. Ну, на улицу выйдем, я вам сейчас их покажу. Здесь у меня стоят, вот, надеюсь, видно, 4 контроллера. Каждый контроллер на 20 ампер. И они подключены параллельно. То есть, грубо говоря, у меня все панели делятся по сторонам света. То есть у меня нет никаких приводов, которые, так сказать, следят за солнцем и медленно поворачивают солнечные панели. Поэтому по сторонам света они сориентированы. И, соответственно, по 2 контроллера в параллель дают 40 ампер. То есть это максимум, сколько может быть снято. На самом деле у меня по факту, конечно, гораздо меньшие токи протекают. Ну и как у всех альтернативщиков. Так что не верьте тому, что на солнечных панелях пишут. Здесь он стоит в одной щиток, который, так сказать, ну это залогом на будущее. Я, наверное, еще буду ставить панели. Поэтому на данный момент работают сейчас 2 автомата, грубо говоря. Один смотрит на юго-запад, а другой на юго-восток. Потом стоит вот такой 2-киловаттный преобразователь, к которому подключен вот этот вот щиток. Как видите, сейчас вот будет, наверное, видно 215 вольт и порядка 1 ампера на выходе. Сейчас у меня насос работает, который качает воду из скважины для полива. То есть он у меня полностью работает, так сказать, на солнечной энергии. Ну, чтобы голосов не говорить, давайте я вам покажу, наверное. Вот, как я и говорил, вот они 4 контроллера солнечных батарей. Они включены у меня параллельно. Вот, в качестве нагрузки я использую вот такие вот аккумуляторы автомобильные, повидавшие виды, но в принципе этого достаточно. Вот. Потом вот этот вот щиток, который световые панели, сначала приходят на них, а потом на контроллеры. Это вот 2-киловаттный преобразователь. В данный момент, вот он, выходной щит. Он выдает сейчас 215 вольт, 0,1 ампер. Ну, это, грубо говоря, 220 ватт. Вот. И на улице... Сейчас покажу. Так, ну вот он, обычный скважинный насос. Из него тут через систему шлангов вот идет полив участка у меня. Так что качать можно сколь угодно долго. Платить ничего не надо. Ну, естественно, сами понимаете, это никогда не окупится. Потому что солнечные батареи — это дорогое удовольствие, не из дешевых. Вот, ну давайте теперь я покажу сами солнечные панели, где они стоят. Так, вот это вот первая 100-ваттная солнечная панель, она смотрит у меня на восток. Кроме этого, еще вот 2 панели по 100 ватт смотрит на юго-восток. Ну и основная батарея смотрит на юго-запад. Сейчас я подойду, покажу тут с тыльной стороны. Вот такая вот песня. Значит, здесь стоит 6 штук по 100 ватт. И вот если наверху посмотрите, тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6 панелей по 50. Значит, получается, смотрите, 600 плюс 6 по 50, 900. И там. Итого получается 1,1 киловатт, но это максимум. Вот такая вот штука собрана у меня по временной схеме. Но солнечный день, сами понимаете, позволяет полностью не зависеть от того напряжения, которое приходит из города. Но скажу сразу, вот сколько мне сейчас, 1,1 киловатт стоит солнечной батареи, это довольно-таки маловато. Нет, в солнечный день этого будет достаточно летом. А зимой все падает, наверное, раз в 10. И поэтому запитать вам ничего по большому счету не удастся. Поэтому, я думаю, для участка минимум надо набирать где-то 5-10 киловатт.
Что, потому что сами знаете, что у нас где-то в районе декабря бывает, что целый месяц солнца нету, а так солнце в дымке, день короткий, и просто аккумуляторы не будут не успевать заряжаться. Ну и на этом пока все. Если будет вам интересно, пишите. Тогда, может быть, это я все облагорожу, так сказать, и что-нибудь досниму, покажу еще. Так что, в общем, смотрите, если интересно, пишите, и тогда я, может быть, что-нибудь про свою солнечную электростанцию досниму. Ну, конечно, я ее буду еще переделывать, потому что на данный момент она меня не сильно устраивает. Как аварийная, да, то есть холодильник работать будет, но тут уже зависит от емкости аккумуляторов. Поэтому, чем больше потребление, тем больше три аккумулятора разряжаются. Был в прошлом году опыт. Мама захотела включить электроплитку, меня не спросила. А в этот момент у меня все сидело на аккумуляторах. Так что вот то, что у меня сейчас в наличии, порядка 120 ампер-часов аккумуляторов всего в сумме стоит. Это по максимуму где-то. Их, наверное, хватило при включении плитки 2-киловаттной. Ну, наверное, максимум минут на 15-20. После этого система отключилась. То есть перешла в аварийный режим. Потому что напряжение сильно просело. На этом все. И до новых встреч. Всем пока.